13 ноября Нарвский замок пополнился посетителями. В музее состоялся исторический фестиваль «Зимняя баталия». Участники клуба «Исторические реконструкции» напомнили об одном из важнейших событий в истории города Нарва. Сражение 1700 года, времен Северной войны. В рамках исторического фестиваля в пятницу в Нарвском колледже и в субботу в Нарвском замке проходила международная конференция «Нарвский рубеж», на которой освещались самобытность Нарвы, региона, как пограничного и как место встречи великих держав, различных языков и идентичностей на протяжении всей истории. Основное внимание было уделено шведскому периоду, в изучении которого приняли участие исследователи из Швейцарии, Финляндии, России и Эстонии, а также приехали артисты из этих стран. Участники фестиваля говорили на разных языках – русский, эстонский, шведский, английский, а также и на финском. Более подробнее об этом дне читайте на нашем сайте. Ссылочка в описании. Last one. I mean from group of fauna. Who cuts wood without an axe? Beaver. No. What's called this bird? Woodpecker. Woodpecker, yes. Woodpecker. Vad som ditt sinne stämmer ned, jag inte kan förstå. Du är ju född att börja med, och det är vackert så. Var gång du dig i spegeln sett, så såg du väl där i att dig en sällsam ära skett, att du fått människa bli. Du är mot larver och insekter en sol att se upp på. Du är av Adams stolta släkt, och det är vackert så. Назад поспешим мы на три столетия, где шведы и русские в битвы сошлись. Года армия Петра I
потерпела сокрушительное поражение под Нарвой от армии шведского короля Карла XII. Многие говорили, что в этот день битвы был туман или даже метель, а кто-то и снегопад. Но то, что каждое из этих явлений помогло шведам скрытно наступить, это точно. Нарвского музея. Наша трехкратная Преображенская.